А теперь самое время для милых новостей. Прямо сейчас в Белгородском зоопарке в семье лемуров очень вкусный завтрак. В меню у нас листья салата, виноград и бананы. По-моему, очень даже изысканно получилось. Больше всех наворачивают Лора и Изабелла. И правильно делают, ведь они кормящие мамы. Хотя отец Иосиф тоже не страдает отсутствием аппетита. Салатик, виноград, нормально живут. Это уже традиционное ежегодное пополнение в семье кошачьих лемуров. Малышам сейчас меньше месяца, и с родителями они не расстаются ни на секунду. Чувствуют себя прекрасно. Вот, мамочки их любят. В семействе царит идиллия и порядок пока что. Мы сейчас ждем, когда установится теплая погода, и наши лемуры уйдут гулять в открытые вольеры на природу. По данным зоологов, в дикой природе насчитывают всего около 2000 особей, и ведущие зоопарки трудятся над созданием резервной популяции мадагаскарских лемуров. Поэтому на наш молодняк спрос повышенный. Что касается именно этих малышей, они останутся в Белгороде до появления нового потомства. У нас есть такая примета, что как только родились лемуры, значит, весна уже началась. А это значит, что пора выходить из зимних вольеров. Кому-то нужно чистить перышки, а кому-то сбрасывать теплый подшерсток. Пришло время наслаждаться долгожданным солнышком. В мешке здесь под клювом хранит рыбку. Покажут себя посетителям зоопарка и его новые жители. Кудрявые розовые пеликаны, которые на минуточку занесены в Красную книгу. А приехали к нам из ростовского заповедника, а черных лебедей привезли из Подмосковья. Мы соблюдаем все нормативы их содержания, также по рациону все придерживаемся, как и в предыдущем месяце они кормились, также и здесь кормятся у нас. Друзья, я впервые в жизни своей глажу кенгуру, это просто эксклюзивные кадры. Таких контактных, миролюбивых и абсолютно неагрессивных кенгуру можно встретить далеко не в каждом зоопарке, и нашему зоопарку посчастливилось, что именно у нас они есть. Пополнение не обошлось стороной и семью кенгуру Бенетта. У счастливых родителей Загадки и Мишки появился очаровательный малыш. При рождении он весил чуть больше грамма. Пока с полом не определились, месяца три назад где-то он появился в сумке. Сейчас он интересуется, любознательный, выглядывает из сумки. Вот. Но пока еще не выходит. Чувствует себя хорошо. Совсем скоро из спячки выйдут байбаки, а в летние вольеры переедут черные лебеди и обезьяны. Яна Демидова, Илья Лебедев, Белгород Медиа.